Ну, вначале у меня вышли небольшие неполадки с записью. Починить я так и не смог, к сожалению. То есть вначале веб-камеры нету. Простите, пожалуйста. Но скажу сейчас, то есть без веб-камеры, аниме мы будем смотреть под названием «Город, в котором пропал лишь я». То есть сейчас я перезаписываю это уже после того, как я посмотрел. И... ребят, приятного просмотра. И поехали! Ладно, превьюшка странная была, очень-очень странная превьюшка была. Я даже что-то не понял, ну что за психоделика такая. Я боюсь. Боюсь разобраться с собственными мыслями. Ебаслись. По сути, как бы главный герой является типа Вижу, мангакой. Вот так потрудился вот. ты весьма неплохо. Но, как бы сказать, если не копнешь глубже, читатели так и не увидят твоих работ. Тебе ведь 29. Трудный выбор для нашего журнала. 26 дней до старта Кубка 2006 в Германии. Он типа Ежедневно в как голове бы одна мысль. не Сделал может бы я это раскрыть тогда. свой потенциал в манге. Но Но при этом он умеет раскаяние писать ее. им мало. Слова лишь оправдания, исчезающие, приходя на ум. Я Ура. боюсь разобраться с собственными мыслями. Видимо, Город, в какая-то котором психология пропал есть в лишь этом я. аниме. Причем довольно, видимо, интересная психология, потому что мне уже очень Я нравится такой приехал. сюжет, такой завораживающий. Будь осторожен. Он У еще меня и тоже подрабатывает доставка. на доставке Ага, пиццы. будь осторожна. О, Джинома, пицца. Только пиццу по пути не съешь? Не понимаю. Шутка века, что ли? Не оценил. Шутка века, что ли? Такой Она лучший просто. говорит мне это при каждой встрече. По факту, ничего более. Вряд ли у нее ко мне есть чувства. Странная девушка. Впрочем, не в моем вкусе. Что это Я было сейчас? уверен, это снова случится. Где же нечто выделяющееся? Так. Что-то очень-очень-очень-очень необычное. Эй, в грузовике! Тормози! Эй, водитель! Типа он замечает деталь, которая нужна для того, чтобы спасти кого-то. Ничего? Что-то типа Что такого. это он? Типа такого. Проклятие! И Не стоило мальчик. геройствовать. Но... Но... Давай! Ты в порядке? Чуть не сбил. Хорош. Ай, хорош. Данный Это видеоматериал хорош. только для лиц старше Спас пацан, 18 лет. спас паренька и попался сам. Нормально. Размен. Но да, у этого Человеческая аниме есть какая-то такая чертовщина. психология, видимо. А, это мои воспоминания. Видите? Игры это с мои незнакомцами к добру воспоминания. не приводят. Ну и ладно. Моя смерть ничего не изменит. Что? Очнулся. Доброе утро, Фудзинома. А, Проспал. я так и думал, что он не выживет, но он типа сейчас это как воспоминания были. Типа он умер, думал. Катагири. Помнишь, кто ты и где находишься? Фудзинома Сато, 29 лет. Преследовал грузовик и попал в аварию. Слава богу, доктор сказал, ты легко отделался. Прямо чудо. Мне кому-нибудь позвонить? Друзьям или Кудесник девушке? такой. Не надо. Не хочу никого напрягать.
Ну, если у него, конечно, есть девушка, если у него есть друзья нормальные. Шутка века. Вокруг тебя будто тонкая пленка. Не похоже, что ты открываешься людям. Даже не улыбаешься. Но для меня ты. Да, замкнутый какой-то, правда. В смысле? Ты ведь ребенка спас. Я была там. Говорят, водитель грузовика умер за рулем от сердечного приступа. Удивлена, что ты заметил его. Просто повезло. В итоге грузовик врезался в склад. Так что жертвами стали лишь вы с водителем. Жертвами? Я объяснила все менеджеру, и он сказал, пусть не волнуются о мопеде с машиной и скорее поправляется. Спасибо. Улыбнулся. Катагири, а почему ты там работаешь? Ты первый поинтересовавшийся. Правда, что ли? Да. Меня еще никто не спрашивал. У меня есть мечта. Ясно. Это все? Так ясно. Рассказывая людям о своей мечте, не думаешь, что она может не сбыться? Я не стесняюсь рассказывать о ней. Думаю, если что-то часто повторять, это непременно сбудется. Ее слова. Почему-то они задели меня. Но тебе я о ней не скажу, Фудзинума. Мы не настолько близки. Что ж, скажу, что ты очнулся. Пока. Странная девушка. Очень странная девушка. Этот феномен я называю возрождением. Очки разбились. Всегда увлекаюсь, даже зная, что он мне вредит. Обычно я возвращаюсь на промежуток от 1 до 5 минут перед случившимся. Всегда появляюсь там, где что-то произойдет. Я сам оказываюсь в подобных местах, будто кто-то направляет меня, чтобы предотвратить несчастье. В общем, помогаю избежать проблем. В большинстве случаев худшего исхода удается избежать. Но иногда это плохо кончается для меня. То есть, да, он типа спасает, но при этом ему самому попадает. Причем так нехило, видимо. Ну да-да-да. Странный человек. О! С возвращением, Сатору. Мама. Ну, странно, несмотря даже на то. Но ты еще спал. Что с губами, так, что вернулась домой. Несмотря на то, что даже на его суперспособности идите. А твоя голова? Нормально. Я очень испугалась. Как-никак лобовое столкновение. Я останусь ненадолго. Что? Зачем это? Мой дорогой сын голову разбил. Конечно, я присмотрю за тобой. Сказал же, я в норме. К тому же, у меня 1 футон. В машине есть спальный мешок. Мне хватит. Поезжай в отель. Это затратно. А, точно. Верну деньги за больницу. А оплатишь мне жилье. Самому не верится, что в 52 она ничуть не изменилась. Сатору! Доедешь вы, она без пересадки. Вот эти губы гигантские. Ты здесь проездом? Ботоксные прям. Сама Хоккайдо приехала. От твоего унылого лица ежедневно заскучать можно. Ты в жизни со мной весь день не была. Ладно, перекусим. Жизни со мной весь день не была. Прикольно, кстати. Прости, взяла твой фотоаппарат. Хорошо то, что раскрывают. Ага, ничего. Лучше уж так, чем среди ночи в туалет на цыпочках. Приятное повествование такое. Кстати, не бойся, разбудит меня, идя в туалет ночью. Я не проснусь. Как монстр. Далее в новостях. Девочка-отличница из Сайтамы, пропавшая вчера вечером, сегодня утром была найдена живой и здоровой на дороге в Йокогаму. Затем... Сатору, ты помнишь? Что? Что случилось по соседству, когда ты был в 5 классе? Видимо, забыл. Так, 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 когда так. Мы отчаянно пытались что там произошло-то? Детей забыть о случившемся. Что же там твоя случилось-то, интересно, такого? Была в опасности. Так,
Так, она покажет, когда интересно, этот фрагмент. Похищение. Ну, если его похитили, что ли? 2 моих одноклассников внезапно пропали. Давай, быстрее, бежим! Когда я был маленьким, местный парень по имени Юки часто играл со мной. Звали его иначе, но я обращался к нему так, потому что он вечно повторял «Юки, Юки». Хочешь, угадаю, кто самый популярный в твоем классе? Он веселый и еще хорош в спорте. Говорит, что на уме. Иногда просто бездельничает, но в одном всегда серьезен. Круто! Популярные люди всегда такие. Может, станешь как он? В том или ином. Насколько сможешь, мужественно и не стесняясь. Будучи найден спустя полгода, Широтори Джун был арестован за похищение и серийное убийство. Им был Юки. Эпизод 1. Вспышки перед глазами. Многовато ты набрала. Тяжело нести? У меня аж мурашки по коже пошли. Это... Вау! Я... Ну вот, прости, давно мурашки по коже не шли от того, что от момента вынимы пипец. Настолько круто, что аж реально они мурашки пошли. Ну что ж вы такие все неудачники-то? Что там, Сатору? Ать. Ничего. Тяжело нести? Ну, зато карри на пару дней хватит. Возрождение? Ну вот, просила же не бежать. Я куплю тебе другое. Черт, не понимаю. Что? Что происходит? Вот этот парень, по-любому. Может, осмотришься? Нет ли у тебя странного ощущения? Ну, о чем ты вообще? Хотя, однажды ты уже спрашивал это. Правда? Тогда случился пожар. Он смотрел на меня? Так, так, так. Ничего не произошло? Фадзинума! Привет! Да ладно, мама? Так, так, так. В монстров веришь? Теперь сестра. Верю. А сам веришь? Нет. Лучший, лучший. Верно? Я приготовлю карри. Монстр, веришь? Присоединишься? Нет. А теперь верю. С удовольствием. Я вам помогу. Согласилась? Так вот, лучше. Ну вот, прям вот мурашки по коже пошли. Я вот серьезно такого не был готов. Потому что настолько интересно будет мне. Удивлена? Крутой аниме вовсе будет. Вовсе нет. И правда, ты есть в Викитанике. Не гугли меня. Почему? Круто же. Что ж, приятного. Нифига не круто. Приятного! Можно! Спасибо! Вот такой карри всегда молода, в Японии. Но и так круто, девушка. Пополам так делают. Еще и хорошо готовишь. Простите, мы не встречаемся. Для меня Фудзинума как... друг, которого я уважаю. Что? Слишком острое? О, доктор, так... Нет, сойдет. Еще раз спасибо. Вот реально, вот это карри вот такое половинчатое. Это сейчас очень странно, видно. Прикольно довольно. Ночуй у нас. Катагири, старшеклассница. Спасибо, что пригласили Сатору. Сатору-сан? На здоровье. Только следи за полицейскими. Ага. Нам комендантский час уже 30 лет. Уже как это, час... С возвращением. Мы вместе работаем.
Не жени меня на каждой встречной. Дурень ты. С ней у тебя все шансы. Она тебя уважает. Говорю же, все не так. Она просто была вежливой. Это Айри. Не из вежливых людей. Кстати, хозяйка за платой приходила. А, вот как. Сатору, насчет сегодняшнего. На парковке у супермаркета. О, в чем дело? Дело о похищении так и не раскрыли. Чего? Да шучу я, конечно же. Последний серийный убийца периода Сёва Широтори Джун. А сейчас прошли вторые мурашки, но они более маленькие. Но более слабые. Она была одной из моих одноклассниц, похищенных 18 лет назад. Хиназуки Кая. 18 лет. Ей 10, 18 лет назад. Ему 28. Ей 28. Всем 28. Или он говорил, что ему 28. Или он говорил, ему 26. Вроде он говорил свой возраст, да, он говорил, 26 было, да? То есть у меня сейчас моя дедукция была не нужна. Я мог ее спасти. Она, кстати, такая же, лицо у нее такое же. Она бы... Об этом я больше всего хотел забыть. Да и мать наверняка пыталась стереть это из моей памяти. Если не копнешь глубже, читатели так и не увидят твоих работ. Даби Эй означает прокат. Это точно было похищение. Неужели передумал, увидев меня? Посмотрел в лицо и сразу отвернулся. Он точно знает меня. И мы где-то познакомились. Это случайно не тот, который был этот... Я на языке застряла. Посажен. Когда? Где? За всеми серийными убийствами и похищениями стоит один человек. Вспомнила! Этот мужчина... убийца. Возможно, Широтори не виновен. Так, она детектив, алло? Не? Давно не общались. Это Фудзинума Сачика. С тех пор прошло 18 лет. Но... она реально виновен, он снова и снова совершал те же преступления. Но дело еще не закрыто. Нужно поговорить с Сатору. Пора бы нам уже все обсудить. Сатору? А? Ясно. Ну, как всегда. Я знала. Нужно позвонить Сатору. Сказать не возвращаться. И извиниться. Я мог спасти ее. Это был не Юки. Он не делал этого. Мама! Нужно было поверить ему тогда. Даже если не поверила полиция... Да, видимо, она и правда детектив какой-то. Я должна была поверить. Сатор. Все. Прости меня. Ну, так вот все и заканчивается. Жизнь перед глазами. Ну, я пошел. До завтра. А, вторые мурашки сильные пошли. Еще сильнее, чем в первый раз. Хочешь угадать, что ты ел на завтрак? Карри. Угадала. Она столько наготовила, что толпу накормишь. Кстати, передай маме благодарность. Карри было очень вкусным. Ладно, ладно. Пока.
Вот, блин. Ну, все. Снова бардак. Мам, ты чем занята? Здесь тебе не Хоккайдо. Хоть двери закрывай. Эй. Эй. Ответь. Да ладно. Хватит. Вставай. Мам! Господин Фудзинума, ваша мать меня карри угостила. Эй, стойте! У него руки в крови! Фудзинума Сатору, проедем с нами в участок. Что за черт? Нет. Нет. Это не я. Не я. Эй, стой! Третьи мурашки. Это... Что ж такое-то? Очередное возрождение? Слишком офигенно. Но... Где я? Знакомое место. Но... А где он и правда, слушай? А он, случайно, не на несколько лет назад телепортировался? Привет, Сатора! Опаздываешь! Что? Кто он? Ранец? Национальные соревнования... Реально, несколько лет. 88-го года. 88-й год? Продолжение следует. Перевод на русский Жека. Роли озвучивали. Вау! Просто вау! Серьезно, я не могу ничего особого сказать, потому что это вау. Это такой офигенный вау-эффект. Просто не могу ничего сказать. Кроме фразы офигенно! Пипец, как офигенно! Это, наверное, одно из самых лучших аниме, которое я посмотрю. Я уже думаю, что оно будет на высоком месте каком-то, там, не знаю, может, место второе, возможно, даже, кстати, первое, потому что я не знаю, очень интересно, три раза прошли по мне очень-очень сильные мурашки от офигенного сюжета, от офигенной подачи, все это было просто офигенно, трижды, то есть, если у меня в обычном, вот, в аниме «Твоя пресская ложь» в последней серии только прошли дважды, я помню, мурашки очень сильные, причем это очень хорошо было. То есть здесь это трижды за первую серию. Как будет дальше, я еще не знаю. Осталось мне еще посмотреть две серии и ждать, собственно, остальные, собственно, 8. И... О май гуднес, как офигенно. Это реально, это уже хорошо. То есть, если вот по сравнению с предыдущим аниме, которое хотел начать смотреть, это аниме «Проект Кей. Возвращение королей», которое полторы серии посмотрел, выключил, потому что вообще неинтересно. Даже вот не взяло ни разу. Здесь за первую серию офигенное ощущение. Прям вот на высоте. Вот прям вот планка держится. Прям вот офигенно крутая. Вот они, точнее, не держатся, а ее поставили высокой планкой. То есть, это вот так вот. Вот такая планка. Там вот не хватит мне руки, чтобы показать, насколько высокая планка. Потому что это реально планка гигантская. Просто, не просто. Просто гигантская планка. И если дальше будет они выдержаться на этой же планке, то это будет офигенно. Просто зашибись. Надеюсь, оно так реально будет держаться на этой же планке. То есть это вот... Прям вот какие-то несколько офигеннейших моментов в одной серии, которые заставят просто понять, ощутить... При этом вперемешку еще с тем, то что ты воспринимаешь сюжет. Какой подачи сюжет, это великолепно. Одно из, наверное, реально, это, наверное, будет, наверное, одно или самое лучшее аниме этого 2016 года. О май гуднес. Как офигенно. Реально, мне очень нравится это аниме уже. Фух, офигенно. Ну что ж, ребят, на этом я, пожалуй... Ой, я чихну. На этом я, пожалуй, ребят, закончу. Спасибо, что посмотрели это видео.
Если оно вам понравилось, поставьте лайк. Если вам оно, может, не понравилось, поставьте дизлайк. Если оно вам не понравилось, но понравилось аниме, поставьте лайк. Если вам оно, видео понравилось, понравилось аниме, поставьте еще лайк. Это получается 2 лайка, то есть без лайка. За еще 2 лайка. Ну, считается как 3. Хотя, моя арифметика... Ладно. Спасибо, ребят, за просмотр. Подпишитесь на канал, если вам понравился мой контент. И посмотрите мой остальной контент, мои остальные видео, если вы их еще не видели. Также, ребят, заходите в группу, ссылка на нее будет в описании. Там также я выкладываю часть контента, то есть в основном это те же самые видео. То есть, если я выкладываю видео на ютубе, то проходит некоторое время, выкладываю видео на ВК. Тогда, когда оно достигнет своего качества HD, то есть 1080p. Достигает 1080p, я выкладываю в группу. То есть, если вы хотите, вы можете смотреть чисто в группе, то есть чисто в HD качестве. Также в группе у меня проходят всякие опросы, голосования, а также сторонний контент, который также отчасти связан со мной, или же очень сильно связан со мной. Также у меня в конкурсе раньше всего начинаются анонсы каких-то... Ой, в конкурсе, в моей группе. Начинаются раньше всех анонсы конкурсов, если они проходят, конечно же, а также анонсы всяких событий. Если вы хотите быть в курсе всяких событий на моем канале, идите в группу, пожалуйста. Все, спасибо. Ну и всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.